В ближайшие 6 дней спортсменам предстоит преодолеть дистанции в 5, 10 и 16 километров, а также эстафету 4 по 1250 метров. Состязания молодых спортсменов на первенстве России будут проводиться в трех возрастных категориях. Юниоры и юниорки 18-19 лет. Их ждет заплыв на 10 километров. Юноши и девушки 16-17 лет и 7,5 километров. Юноши и девушки 14-15 лет и заплыв на 5 километров. Конкуренция очень серьезная. Наши спортсмены действительно показывают хорошие результаты. Сегодня вывели победители на дистанцию 10 километров. Мужчины и юноши, и девушки и женщины. Поэтому впереди еще, так сказать, насыщенная программа. Поэтому убежден, что будет острая спортивная борьба. И судя по вниманию, которое проявлено зрителями, этот вид спорта, плавание, набирает обороты. Мы видим, что становится более и более популярным. Заплыв на 10 километров уже состоялся. Определена первая тройка победителей. Они примут участие в первенстве Европы, которое будет проходить на Мальте 13-15 июля. Чемпионат и первенство продлятся до 24 июня.